Всем привет! Сегодня по плану русский чизкейк. Делать мы его будем из нашего деревенского творога. Для начала мы должны сделать тесто. У нас получается 200 граммов муки, 80 граммов сливочного масла, 40 граммов сахарной пудры и одно яйцо. Смешиваем все ингредиенты в одной емкости. Масло должно быть обязательно подтаявшим. Вот таким мягким должно быть масло. Теперь мы рукой вымешиваем тесто. Как только тесто сформировалось в комок, мы убираем чашку, берем форму диаметром 22 сантиметра и начинаем руками распределять тесто по форме. Я закончил формировать корж. Теперь нам нужно его проткнуть вилкой весь по периметру, чтобы у нас тесто не поднималось. То же самое нужно сделать с боками. Нужно взять пергамент, положить его на дно нашего коржа. На пергамент сыпем какой-нибудь груз, ну, например, рис. Рис является грузом, который не дает тесту подняться. Ставим корж в духовку. Духовка 180 градусов, ставим на 15 минут. Таймер стоит. У меня приблизительно 350 грамм сухого творога. Добавляю сюда несколько столовых ложек сахарной пудры. 2 яйца. Пакетик ванильного сахара. И 200 граммов сметаны. Тщательно все перемешиваю. Бабушка сегодня на рынке такая: на сырнички берешь? Я говорю: нет, чизкейк буду делать, русский такой. Она говорит: ой, молодец, сам что ли? Я говорю: ну да. Что, жена не готовит? Я говорю: нет. Ой, какой молодец, кому-то достался подарок. Я говорю: да. Что тут скрывать? Знаю даже, как ее зовут. Тщательно разминаем творог. Ничего страшного, если останутся комочки. Но не забываем, что нам нужна соль. Соль обостряет вкус сахара. Как бы это странно ни звучало. Посолили. Перемешали. Начинка готова. Переходим к соусу. В сотейнике у меня замороженная клубника. Замороженная клубника есть круглогодично, поэтому с ней удобно работать. 300 граммов клубники. 6 столовых ложек сахара. Топим сахар, растапливаем клубнику, варим варенье минутку. Сахар растворился, клубника стала мягкой. Теперь нужно пробить ее блендером. Теперь в горячий соус нужно вбить охлажденное масло, примерно грамм 30. Теперь аккуратно венчиком расплавляем масло внутри соуса. Соус готов. Духовка пропищала, пора доставать корж. Корж у нас подпекся. Теперь нам нужно высыпать рис из него. Аккуратно переворачиваем и высыпаем рис так, чтобы у нас никуда не вывалился корж. Теперь в корж выкладываем начинку. Распределяем по всему периметру и ставим корж обратно в духовку. Температуру ставим 170 градусов. Таймер ставим 1 час. Поехали. Таймер прозвенел. Достаем наш чизкейк. Во! Какая зажаристая корочка. Чизкейку нужно дать остыть, потому что мы его не сможем горячим вытащить из формы. Чизкейк получился на славу. А клубничный соус, Медея, почувствуй себя дома.